На острове Каларна такой отличный храм. Сейчас будем просветляться. Мне кажется, эта часть храма — это музей. Чисто тайский колорит, лилии с какой-то ричей. Всевозможные виды статуэток Будды, даже есть лежащий Будда. Социальная позолота. Красота. О, денежное дерево, смотрите. Ну, каждая купюра это... Ну, я вижу 20. Ну, вот какой-то очень, наверное, богатый и верующий... Кто у них какая? Буддист, да, Оль? Какой-то очень богатый верующий буддист повесил 2000 бат. Это, ну, как минимум 70 евро. Но в среднем на таких деревьях денежных висят по 20 бат. Невозможно прочесть, что написано, но, скорее всего, социальное золото. Выглядит очень красиво. Территория небольшая. Как называется храм, тоже пока непонятно. Написано на тайском, я переведу. Сделаю перевод. Саня, ты сними одного цвета.